Сегодня 22 мая 2022 года. 7 часов вечера, воскресенье. А я Рыбаков из Дивногорска. И я приглашаю вас зайти в Красноярский органный зал. Это есть история, которая начиналась 30 лет назад. Этой дорогой 30 лет назад, 92-93 год, я ходил мимо этого органного зала по своим делам. И я помню то время. Помните ли вы его? Тяжелое было время. Союз рушился, мрачно было все. И вот все у меня была задумка зайти туда и посмотреть, что там такое находится внутри. Но все, у меня не было времени. И сейчас я свою, скажем так, задумку осуществляю и приглашаю вас сделать это все вместе со мной. Показываю. Когда заходите, сразу же уходите направо вниз и спускаетесь в такой, знаете ли, подвал. В подвал, своего рода вестибюль. Вот тут вот налево будет гардероб, направо туалет и вот люди. Потом поднимаетесь по лесенке и попадаете в концертный зал. Повторюсь, что это был костел, и вот он как есть, так он и сделано. Еще такой момент. Кресла здесь очень неудобные. Наверное, для того, чтобы слушать лучше было молитву. Но опять же, костел переделан в органный зал, и вот видите, даже витражи по стилю сделаны. Ну что ж, давайте вместе со мной послушаем концерт органной музыки. И, может быть, вы зайдете сами, посмотрите. Этого того стоит. Поставите галочку. Всего нам доброго, до новых встреч. Thank you.
Наиболее известным среди этих сочинений является концерт для гобоя и струн. И не случайно это произведение заинтересовало самого Иоганна Себастьяна Баха. Он создал органное переложение этого произведения, и именно в таком органном варианте этот концерт звучит сегодня чаще всего. Александр Марчелло, Иоганн Себастьян Бах, а также из концерта «Ре минор» для гобоя и струн. Да, не. Я тебя между прочим. Чуть-чуть тоже надо взять.
Чего? Афишку. А, расписание? Так, ты можешь посмотреть.